Десятилетие есть что-то свое, и нельзя так сказать, что мне не нравится. Например, мои самые любимые — это 20-е годы, Серебряный век, это самые любимые. В то же время я очень хорошо отношусь к 50-м, 60-м годам, это не лук. А мне нравятся 80-е годы, это я люблю объемный верх, какой-то спокойный низ, вот эти плечи. Мне кажется, что это плечи очень корректируют женскую фигуру. Если у кого какой-то такой избыток бедер, то плечи очень хорошо корректируют. Поэтому так трудно сказать. Но я глубоко убеждена, что сейчас идет тенденция, направленная на восток. То есть на мусульманскую моду и на восточную одежду. И я думаю, что следующий сезон, как уже мы уже наблюдаем тенденцию предыдущих сезонов, Восток набирает силу. И я одна из них, которая очень увлечена Востоком. Я тоже бы предпочитала соединять европейскую одежду с восточной. Мне кажется, что в этом есть такой эпатаж, но в то же время это вот соединение, знаете, вот классики с Востоком дает такие необычные какие-то решения. Мне нравится очень. И думаю, что прогнозы все-таки Восток будет превалировать. Притягательность женщины заключается в том, что она должна быть, как она... Она должна сохранять какую-то тайну. То есть не должно быть все вот открыто у женщины. И вот почему восточная одежда, что, наверное, что женщина сейчас чересчур, вот эти вот короткие юбки, может быть, вот эта оголенность совершенно такая бывает неуместная абсолютно. И у мужчин потерян интерес просто к женщинам. Действительно, женщина перестала быть тайной. И я вот думаю, что вот именно вот Восток возвращается, чтобы... Вот именно вернуть женщине вот эту притягательность, вот эту тайну. И где-то даже, вот знаете, если даже при длинных одеждах или при шароварах, где-то будет кусочек тела видно или ноги, то я думаю, что это будет больше притягивать мужчину к женщине. В этом, наверное, все не просто так. Вот опять-таки, я думаю, что при том, что мы говорим там мусульмане, Восток, да, нет, я все равно отношусь очень хорошо и к мусульманам, и к восточным, и к Востоку. Поэтому вот это соединение вот этих европейских и восточных традиций, мне кажется, это должно дать очень хороший результат. Побывав в Стамбуле, я сделала коллекцию, потом в Марокко я сделала коллекцию, и у меня сейчас в каждой коллекции практически идет такое, знаете, вот летних коллекций, особенно соединение Востока с Европой. И думаю, что я буду продолжать эту тему. OneTVNet.ru. Смотрю, что хочу.